Поднимай камеру. Кого видишь? Таня? Кого видишь? Я где? Четверка, маму? Где ты? Спроси, кого она видит. Там. Тебя точно. Нет. Тут же экран. Нет. Тут же экран. Не, ну понятно. Ну ты ей подсказывай. Это пуля-то наводит. Она уже третий день. Мы успели подсуетиться. Да. Да. Работа у нас там. Поднимай, поднимай камеру. Поднимай. Чтобы лички были. Ну, там тапочки нужны. Там тапочки, тапочки и все. Сланцы у меня вот есть. Вот так снимай. Мария, ты не знаешь, что все было видно. За гамбург одевает меня. Да, у меня есть мальчики. Все были видны. Вот видишь? Я вижу. Подготовь его. Кадра какого-нибудь. Ну, может, поверить. Ну, смотри, чтобы тебе удобно. Танька, поехали. И лички снимай. Ну, что ты снимаешь ноги-то? Ноги нельзя снимать. Меня зовут. Нагла. Вот, вот, держи. Вот, тетя Валя там. Дядила. Да? Угу. Мы один. Там пальцем экран закрыли. Нет, она не закрыла. Кандагар или чего? Хургада. Хургада, что там? Калимера катать. Калимера катать, да. Катать тоже. Из Африки, да? Бабу. Тунис это не Африка. Тунис и Египет это не одно? Тунис это Африка. Тунис это Африка. Египет тоже. Ну нет, это да. На Равенском полуострове все, да? Да? Вам что на Средиземном море? Вам какая разница? В Африке вы на Средиземном находитесь или в Италии? Италия тоже она на Средиземном море. Ну, Африка вот так. Здесь Тунис. Да. Вот так вот. Египет сказала. Чуть левее. Чуть-чуть, слегка. А мы правее едем. Да. Да. Ну, Тунис тоже. Правое все. Где у нас это? А чтобы бабу было видно. Вот что здесь видно, то и будет не, мы, на экране. Будет. Видать? Видать? Ну, если нет, Тунис. Да, не рядом. Марокко, Тунис. Да, и так машем друг другу рукой. Марокко я видел в этом году. Максим, вам 30 или как? Сколько у нас записи осталось? У нас запись осталась. Запись осталась на 11 минут. Марокко было на пульте. Надо или к розетке идти, 11 минут еще запись. Батарейка кончается. Заряжать надо, да. Все? Тихо, ремонт. Ну, выключаем. Я понял. Ее развела женщина, дарит лимоны. Я хочу все время, каждый день привыносит два лимона. Юр, тебя мимо не пройдет. То ли, чтобы у него морда была, то ли, чтобы у него морда была недовольная. Никого не трогаю, да? Я не понимаю. То ли, чтобы у меня была недовольная. Жрем лимоны каждый день, два лимона каждый день. А он мне каждый раз говорит, бабка. 50-4. Он каждый раз говорит. 74 или 8? А, да. Вот он уже говорит 8. Нету, что ли, этих ложечек? Нету, что ли? Ну, бабка знает, лимоны дарит. Ну, она забывает все время меня. Стаканом достала. Она имя забывает, но лимоны дали. Добрый человек! Добрый человек! Иди сюда! Иди лимоны. А пацаны идут, пацаны бегут к ней. Она. Нет, нет, нет. Вот добрый человек, иди сюда. Здравствуйте, два лимона. Я уже не знаю, у меня морда была, как у лимона. А почему лимоны? Не знаю. Не знаю, но она заметила, что я с лимоном чай. Чай, как-то заметила, и она ему дарит. Антона в газете видела Ивановича. Да. А меня какой? Не видела. Церковь у вас открывалась. Церковь у вас какая-то открывалась. Да, Бушакова это наша. Ну, не, а нет. Кирха, наверное. Нет, Кирха, да, Бушакова открылась. Надо позвонить Антона опять в газете. Пожалуйста. А вот ты что? Спонсоры. Школа жила на... Это наш, это Гуговский район, это наша Кирха. А что ты думал? Вот видишь автобус? Я видела его. А? Видела, да, я его в газете, и помню, и автобусы, все в школу. Куда мы с ним поедем? В школе не дали. В Египет мы, наверное, поедем. Только в Калининградской области школу дали. Я не знаю, но вообще школу районным школам дали. Да, районным школам. Это большой район. Налейте, пожалуйста. Буринский, Зеленоградский. Нет, пацаны, Константиновский и Мамашай. Нет, дали многие в школу. Всем и по России дали очень многие. Вся Россия получила автобус. Василькова наша, видишь, президент Путин. Компьютерные классы. А наша школа, где работает Юра? Так у них заводят теперь интернет в каждый класс. Таня, тихо всем. А наша школа, где работает Юра? Школа, где Юра работает. Едет на нашем автобусе. Да, ваша школа. За 4000 зарплаты. Юра возит всех, возит. Это что-то ненормальное совершенно. А вот скажи ему, ну лимон ему дают периодически. Паш, тебе сахар ложи? Да, ложи. За 4000 на своем автобусе, на своей солярке. А чуть-чуть. Да не то, что мало. Не грусти. Чё? А чё у нас Тимофеевна работала 30 лет бесплатно? Только сейчас ей начали платить. Как только начали платить, мне рассказала муж, я тебе из дома выгоню. Это русский наш патриотизм. Я ей пытаюсь доказать, что 25 лет на шее у мужа просто. А мы еще наливать? А теперь она кладет. Я так много стала получать, что можно уже жить. Ты даже ты возбудился, да? Ой,
сколько за нее получила? Фашу. 100 тысяч. Ну, забирай. Поэтому Путину все мужики говорят, нельзя женщинам платить. Нельзя. Все мужики из дома выгоняют. Ну, если только так. Фаша. Получила еще 60 тысяч. Получила 160 тысяч. Ну, вот. Лучше в два раза платить мужику больше. Пускай он ей. Все равно отдает. Все, все отдает. Приходит и отдает. Сейчас он перепрольет. Саша, Паша, возьми. Ну, ты знаешь, Марк сигарет не выпускает целый день. Прям сейчас не выпускает сигарету. С этой сигаретой. Сейчас будет играть. Сейчас в кафе будет играть. А, еще я эту записал. А это ко мне. Песня мне надоебала. Давай. Что вам? Две чашечки. Давай, давай. Да, это фристайл записал. Фристайл вообще не с концерта записал. Ну, там... Околдована ветром поле, когда-то повенчана, вся ты словно в оковы закована. Драгоценная ты, моя женщина. Да. Красиво. Красиво, слов нет. А еще я вот записал эту. Ну, сахар там фристайл. Размешал? И то именно из фристайла. Тебе дали сахара, потому что Паша не делал. А именно вот первый фристайл. Паша пил этот, который потом набили. Дед, отдай сахар, я отдаю ложку. Нет, ты знаешь, это женщина, он тоже поет женщину. Они же фристайл поет женщину, он поет эту самую... Иванов? Да нет, не Иванов, а этому, которому... Я все вспоминаю его, потому как по телевизору его последний раз показали, когда он концерты качал. Когда с таким фингалом, да вот меня ребят на улице встретили. Кузнецов, по-моему. Давай, давай, давай. Да не его еще. Паша, расскажи. Паша, не, сильно. Давай, Таня. Да тут осталось 3 минуты. Северо-восток. На северо-восток. Все время родители пьют. Ну как там он живет? Мы такой кофе никогда не пьем. Я вообще да, это как? Да. Оно мне вообще не пьет. Паша, кофе как надо вот, варить. Нормально. Фирма вот Королёва. Мне ложечку. Нравится. И фирма накрыл кирком крутым, залил и накрыл этим. Завод Королёва. От этого я вот я не могу. Космические корабли. Гагарин. Да. Как зло. У нас Москва-то показатель. Я вот люблю варить. Да. Москва. У меня сначала закипает. Закипит. Я там чуть-чуть положу холодной воды. Раз. Осадок оседает. И чуть-чуть соли добавлю вот еще. Да. Это не а этот не пей, от этого нет, точно. Нет. А тут осталось 2 минуты батареи. Ну рядом, там как там. Надо это самое. Сигаретку прячу. Снимай, Влад, Ксеньке муж показ, какая у нее бабушка красивая. И на историю ты можешь лет будущий зять. Один не удался, другой, может быть, удастся. А еще и один, кто знает. Еще все впереди. Да. Ух ты, и дедушка, которого всю жизнь люблю. Один, Таня там один играет. Один дед у тебя недостаток, один. Какой-то. Но очень плохой. Какой-то. Ну все об этом знаю. Ой, кончится мы все дедом пляшем. Все с тебе. Ты похудел, что-то прям как пацан попал такой. Нет, ты нет, Санька, ты летом был такой кабан. Я стрижный. Специально стрижный. Ой, а летом стрижный ужас. Ужас. Приехал, думаю, что с Ванечкиным встала. Лысый. Поспорили они. Хохлы проиграли. Да? Троем на а что он для этого имел? Ничего. Я в любом варианте танцую. Что началось?
А муж другой сидит, что они сейчас должны съесть. Я у нас сделал. Вам? Воды? Соки? Дай подержу. Подержу, хочу подержу. Снимаем, уже снимаем. Дорогой любимый наш муж. Ваш? Наш. Ну что, Саша, я от имени всех. По поручению. Да, конечно, поздравляю с 50. Я совершенно не верю, что тебе нужно. Равно, как я не верю, что мне на следующий год. Я хочу тебе сказать, дорогой любимый наш. Что все в нашей жизни многое очень получилось, что хочется, чтобы получалось дальше, и чтобы было нам всегда хорошо, и чтобы было всем, кто около нас рядом, тоже всегда хорошо. И чтобы и ты, и я все мы умели дарить этот праздник нашим людям, любимым, дорогим. Я хочу сказать, что эта камера, которую сегодня Маша снимает, это на дороге этого места выбирали, но это от всех. Ура! Ура! Поэтому Шурик передаю. Хотела сюда, что получилось. Да, получилось сюда. Опять сюда, давай. Давай. Давай, давай, пусть сюда. Давай, подарю. Вино только сок. Сок тем более, да, да. Я не там сказала. Я не буду. Сиди, сиди. Галя, приехать. Дядя Юра. Дядя Юра. Чего принесет? Коля,
Твой вырастет убийца из бандитов. Он убьет всех. И с ним на улице спрашивают встречаться. Я говорю, а кто? А твой никого не убьет? Случайно. Он никого не убьет. А твой все это все убивает. Я промолчал, он не стал дальше историю. Это вырос убийца и бандитов. Это были хорошие. Нет. Потом говорить будете? Люди никогда такого не позволили, она никогда не могла себе такого позволить. Они к нам приходят. Будем. Вот за камеру. Бежали за ней, они виноваты. Понятно. Я говорю, ну посмотрим. Ладно, с тобой так. Беляк, Таня, да, и Влада, нет. На поезд. Меня смотри. Yeah.
Ух ты! Ой, как молодец, Влад, как тебя красиво снял. Почему не хочешь? У тебя такой платьик красивый. Сама такая яркая. А Даня? Да. Да, она не хочет со мной танцевать. Почему? Даня, пойдешь со мной танцевать? А ты что, Дэк? А? Да. Почему? Почему? Не нравится. Не нравится. Тук-тук-тук. Пойдем, дядя Юра. Тук-тук-тук. Обязательно только тук-тук-тук. Все эти кассеты. Мы посмотрим. На. А мы вас приглашаем. Записывается, да? Как будто записывается.
Thank you.
Ах, как хорошо!
Yeah.
принципе, моих родителей много всяких черт, восемь своих хороших, самое главное, они молодые. Я всю жизнь это всем говорил, все говорят, ну, вот, оставайся все молодые. Теперь ты привез? Да, я вот видишь, я... Yeah.